вчера у нас вышло 16 машин из строя. Но мы в течение ночи заменили 5 тяговых двигателей, заменили одну колесную пару, вышла бригада 6 человек. Сегодня выводим дополнительно 10 человек в бригаду для того, чтобы ликвидировать аварийные ситуации и обеспечить максимальный выпуск на линию. Наше предприятие «Горэлектротранс» справляется со всей задачей. Я думаю, что сегодня вот такая проверка на прочность, она мобилизует нас, и мы станем еще крепче.